Сити. 29 ноября. Салют всем нашим, кто подтянулся сегодня на наше движение. Пришло мое время отдать должное своему городу. Я долго ждал этого момента. Путь длиною в 10 лет. Мы проделаем его сегодня вместе с вами. Москва, если вы готовы так, как я готов, поднимите ваши руки в воздух! Чтобы не скучать, поднимите руки, покажите пять. Чтобы не скучать, поднимите руки, покажите пять. Чтобы не скучать, поднимите руки, покажите пять. Чтобы не скучать, поднимите руки, покажите Москва! Последние лет 5, может быть 6, мы играем живую музыку. И свою команду я собирал последние 7 лет, разыскивал каждого из музыкантов. Очень много поменялось. Но сейчас у нас такая ultimate band. Общий состав коллектива 21 человек, включая меня. Бас-гитара, гитара, перкуссии, это диджей, квартет духовой, это два бэк-вокалиста, это огромное количество техников, звукорежиссеров, да. Серьезная подготовка и, безусловно, собрать всю эту команду вместе и заставить ее звучать так, как она прозвучала на концерте, было бы абсолютно невозможно без помощи Паши Мурашова. Павел Мурашов — это главный человек в коллективе сейчас. Он саунд-директор. Именно вместе с ним мы сделали 2.5 часа абсолютно живого звука, который абсолютно никак не отстает от западных аналогов. Боча, давай по-настоящему! Она рок-звезда, она моя беда. Все молодые рок-звезды по пальцам в воздух. Это для вас. Ну и что ж она, а как легенда. Это твой бис, не танцуй сетис. Я готов на ее, как и кто. Но лишь она знает точно, сколько стоит. Репетировать начали за 3 месяца. Раскладывать, расписывать, склеивать. Многие треки вообще не останавливались, шли один за другим в нон-стопе. Мы играли на репетиционных базах ежедневно по 7 часов. Не ели, не спали. Люди готовились, писали километры нот. Результат — хорошее, мощное звучание. Girl, I wanna get to know you better. Maybe we can spend the night together. This love will last forever. Never, forever. Girl, I wanna get to know. Maybe we can spend the night together. This love will last forever. Never, forever, yeah, yeah, yeah. You are the moon, and I'm the sun, and you will be. Поднимите руки в воздух, всех с нами. Just take my hand, and I'll lead you to heaven. Все, кто знает толк в любви. You are the moon, and I'm the sun, and you will be. Just take my hand and I'll lead you to heaven. Oh, 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 yeah, yeah.
it is forever and after, baby. Делав этот концерт, я даже не знал, сколько народу ожидать. У меня ни разу не было сольной площадки на 7 тысяч. Я думал, ну если хотя бы процентов 50 соберется, наверное, для первого большого концерта в своей жизни это будет большой победой. Я сидел и волновался, как бы не случилось так, что зал будет пустой. Хоть бы там 50%, хоть бы 60 собралось. Но по итогу, когда я вышел и понял, что в 7-тысячном зале есть 5 тысяч людей, я был действительно счастлив и признателен, и понял, что все-таки живу я не зря и занимаюсь музыкой не зря. Все-таки есть спрос на то, что я делаю, и людям действительно это нравится. Нижние мосты, солнце, ведь ты все равно вернешься на небосклоне. Луна рассыпала звезды, но слишком поздно. У нас все так серьезно. Ты не жди меня назад, не моли слез. Но можно понять, хотя трудно принять. Да, я смог изменять, мне пришлось выбирать. Не хочу тебе врать, мне сложно остановить. Не перебивай, дай рассказать. И вот опять и опять плейбеки из телека, словом на повторе. Новая истерика, плыви мне до берега. Но хорс у Титаника налетел на айсберг, и началась паника. Динамика тащит меня ко дну. Я давно ощущаю глубину. Мало-помалу чувствую, что там внизу будет новое начало. И может быть ко мне вернешься ты опять. Я буду ждать, я буду ждать. Как жаль, что не успел я вслед тебе сказать. Я буду ждать, я буду ждать. Но по итогу мои ожидания, они превзошли себя. Я не думал, что я даже 5 тысяч соберу. Я помню, я разговаривал за несколько дней до этого концерта с Гришей Лепсом. Он мне говорил: братан, ты не волнуйся, на моем первом концерте было 500 человек, а площадка была на 1500. Опустите оружие на пол! Медленно! Опустите оружие на пол! Руки за голову! Опустите оружие на пол, медленно, я сказал медленно, опустите оружие на пол. Мгновенная мысль, зачем дальше быть? Мне незачем, не с кем, кого мне любить. Зачем мне жить, куда мне плыть? Надеюсь, мои люди мне смогут простить. Все ждали каких-то западных звезд, вообще бог знает кого и бог знает чего. Все разговаривали о приезде Пидиди, Снуп Дога или там Бас Раймс. When I say Snoop, you say dog. Snoop, dog. Snoop, dog. When I say Snoop, you say dog. Snoop, dog. Snoop, dog. When I say black, you say star. Black, star. Black, star. When I say black, you say star. Black, star. Black, star. Get your groove on, Moscow. Логично было бы в афишу поместить крупные имена и поместить всех гостей для того, чтобы с точки зрения промоушена за счет других имен привлечь внимание к своему. Я написал Тимати, давай, до свидания, Москва, Крокус-Сити и все. Некий тест и проверка. Для того, чтобы дальше не было никаких разговоров, что за счет выведенных в афишу других имен я привлекаю людей. Этим концертом закрывал декаду,
то, что я буду делать дальше, оно будет иметь другой характер и нести другой оттенок и информативную ценность. Кто за мир? Кто за позитив? Кто за образование? Кто за работу? Кто за работу над собой? В первую очередь. Два пальца в воздух за мир! You can call me when you need me. I'll be right there. It don't matter what you look like. Where you from, cause Yeah. Это как глава у книги. Ты дописываешь ее, ты делишься этой книгой со своим читателем и садишься писать новую. Потому что время поменялось, ментальность поменялась, и жизнь быстро меняется. И поток смены событий в наше время огромный. Ты должен менять себя, строить себя постоянно заново. Делать апгрейд, тюнинг, как у нас любят говорить, рестайлинг. Также и в творчестве. Нужно менять вещи, чтобы расти вперед. Нужно самосовершенствоваться. Поэтому, подытожив здесь последние 10 лет, мы говорим, давай, до свидания, двигаемся вперед, дальше, к каким-то новым совершенно вершинам. Впереди новый альбом, новый концерт уже с другим названием. Он прятал боль, обиду и море слез и задавал ей один и тот же вопрос. Скажи, зачем судьба? За ночь до концерта плохо спал. Лежал и думал, как бы не пропустить кусок, как бы не забыть текст, как бы сделать так, чтобы все было четко, как бы сделать так, чтобы все прошло без сучка и задоринки. Я думаю, что я поспал в эту ночь, это часа три. Я помню это утро, когда я просыпаюсь, делаю вот так, и понимаю, что у меня полное несмыкание связок. Вот я помню, я сидел завтракал и думал, как же я дам концерт, если у меня нет голоса. И почему же все так сложилось, что именно в этот день я набрал Гришу и говорю, Гриш, у меня вот такая проблема. Говорит, братан, не волнуйся. Он мне прислал своего врача. Я был окружен фониаторами, которые мне делали прямо перед самым выходом вливание в связки. Некие крайние меры, к которым надо прибегать, но я не мог подвести своего слушателя, не мог подвести всех тех людей, которые со всех концов Москвы, не только Москвы, еще и России, взяли билеты и летели бог знает откуда. Я не мог перенести, хотя мысли за час, за два до концерта, я летал вот так вот, и капельница была рядом, и голоса все еще особо не было, особенно после репетиции, где он вообще окончательно сел. Я думал, может отменить, может перенос, может быть попробовать на завтра. Потом я просто понял, что это невозможно, и если я это не сделаю, это никто за меня не сделает. Я собрался, сосредоточился, я вышел и сделал то, что должен был сделать. Так счастливы здесь могли быть я и ты, но время не ждет, и горят мосты. Где бы не был ни земле, я давно отпустил, но я скучаю по тебе. Пришел конец жизни поменять и новые вершины покорять. Поверь, мне так трудно говорить прощай. Я уеду жить в Лондон. Я уеду жить в Лондон. Я уеду туда, где большая вода, может быть, навсегда. Я уеду жить в Лондон. Мне весна будет сниться. Но проблема одна в направлении дом. Из Москвы никогда не идут поезда. Я уеду жить в Лондон.
не то чтобы я умирал, но силы были на исходе в середине концерта. И когда Гриша вышел со мной на сцену, он подпитал меня какой-то свежей энергией. Вторую часть концерта я работал еще бодрее, чем первую. Это было очень крутым и приятным моментом. И ты для меня свет, ты для меня тьма. Если тебя нет, я просто схожу с ума. Я буду тебя ждать, я буду сжигать мосты. Ты просто сумей понять, что в сердце моем лишь ты. Звонок из прошлого воссоединилась впервые за последние 10 лет группа «Банда» в том виде, в котором она могла существовать, естественно, без Ратмира, потому что его с нами нет уже. Почет небеса, о любви и мечте. Почет небеса, на тебе, на тебе. Почет небеса, разливай и зажжем. Ставит небеса, мы с тобой не вдвоем. Поем громче! Громче! Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя. Too much money in the bank account. Hands in the air, make a scream and shout. Bring me in Saint-Tropez, wildin', wildin' out. Too much money in the bank account. Hands in the air, make a scream and shout. Bring me in Saint-Tropez, wildin', wildin' out. Spending money in large amounts. Hands in the air, make a scream and shout. Bring me in Saint-Tropez, wildin', wildin' out. Spending money in large amounts. Hands in the air, make a scream and shout. Наставайся с нами. Наказаны темные ночью. Будут наказаны. Мамы тоже. Будут наказаны. Грязные шлюшки. Будут наказаны. Ночью точно. Будут наказаны. Будут наказаны. Грязные шлюшки. Будут наказаны. Здесь кровь из сети. Будут наказаны. Тут дело не в эфире, и дело не в сервизе. Ищите новый смысл в моей репризе. Здесь как история с Лужковым у руля, где посрывало мачты у корабля. Шоу-бизнес, поднимись, хватит стоять раком. Медиа-ресурсы полируют тебя лаком. Пришло время поменять сознание на фразу не формат, ответ давай, до свидания. Я благодарен всем тем людям, которые пришли и 2 часа вместе со мной. Надеюсь, получали удовольствие, но потому что я видел, вроде бы никто не уходил. Однозначно мы на правильном пути, и я продолжаю делать хороший, интересный материал. Я не останавливаюсь на достигнутом, иду вперед, самосовершенствуюсь и обещаю своим людям дарить новую крутую музыку, которая будет интересна, и делать все ярче свои шоу. Поэтому следующий концерт также всех жду, а этот навсегда останется в памяти, как первое что-то крупное, что я сделал в своей жизни.